Жильцы панельного дома по улице Матросова, 5А, в городе Каменце ждали капитального ремонта давно. Несмотря на то, что пятиэтажка относительно не старая, 90-го года постройки, реставрировать было что. Проблемная крыша то и дело протекала, отсыревшие торцы не держали тепло, а дворовая территория была далека от понятия благоустроенная. Этот список проблем и стал причиной для капитального ремонта дома, который начался еще с прошлого года и был закончен во второй половине 2015-го. Асфальтирование тротуаров и подъездной дороги к пятиэтажке – вершины айсберга, приведенных здесь ремонтных работ. На данном жилом доме по капитальному ремонту были выполнены следующие виды работ. Это замена существующего покрытия кровли из современных наплавляемых материалов, устройство парапетов из оцинкованной стали, утепление торцов, так как при эксплуатации были выявлены проблемные места именно в торцах данного жилого дома. Окраска данных торцов, покраска цоколя, устройство отмостки по периметру здания. Не обошлось и без традиционного и такого необходимого ремонта всех 5 подъездов дома. В соответствии с постановлением Министерства ЖКХ номер 12, все работы, за исключением замены оконных блоков и установки новых дверей, были сделаны за счет жильцов. Их средства пошли на косметический ремонт. Однако панельный дом по улице Матросова не единственный, который вошел в титульный список объектов, стоящих в очереди на капитальный ремонт в Каменецком районе. В этом году мы на капремонт около 9 миллиардов рублей израсходуем. Сдаем 5 домов. 4 дома уже сдали. Какие работы были конкретно проведены? В основном работы так. Кровли сделаны. Потом тепловая реабилитация сделана. Входная группа, сделана. Это двери металлические везде. На лестничных клетках поставили все евроокна. Отмостка вокруг дома, продомовая территория там заасфальтирована. Еще один дом не сдан, по срокам мы должны сдать 26-го, нормативный срок 26 декабря, но мы 100% его сдадим. Может, числа 20 ноября. По сравнению с прошлым годом, в этом было отремонтировано на 1500 квадратных метров жилья больше. Кстати, есть уже планы и на следующий. В 2016-м работники Каменецкого ЖКХ примутся за серьезную реставрацию 3 домов общей площадью 6500 квадратных метров.